Здравствуйте, я Александра Зычхарова, в эфире телеканала «Мир Бурятия», программа «События недели». Мы с вами находимся на Верхней Березовке, на территории этнографического музея. Сегодня здесь развернул свою программу 8-й республиканский фестиваль «Ночь Йохара». Как мы уже успели убедиться, это одно из самых ярких мероприятий на чистом воздухе, под открытым небом. «Ночь Йохара» как нельзя кстати подходит как для отдыха всей семьей, так и в компании коллег и друзей. На лето 2015 национальный фестиваль подготовил много интересного, но обо всем поподробнее. За 8 лет существования «Ночь Йохара» разрослась в двухдневный фестиваль с обширной музыкальной программой. Вообще такие активные виды отдыха, мне кажется, сейчас очень популярны. А «Йохар» относится именно к такому. Помимо того, что просто сидеть на лужайке и смотреть концерт, на нашем фестивале можно всегда потанцевать. Тем более наши артисты всегда учат, показывают какие-то определенные движения. Где есть хорошее настроение, где есть такая, скажем, энергетика, вот там и получается праздник. Фольклорные коллективы из районов республики представили все многообразие бурятского йохара. В конкурсной программе победа ансамблю «Мухэ Бадар» из Тункинского района досталась в нелегкой борьбе. Очень долго готовились. Они меня самые, как сказать, все пенсионеры, я им очень благодарна. Они дружно ходили на репетиции. И вообще, набуханные Нойны ушел, да. Мы заняли первое место. Мы не думали, что займем здесь первое место. Тункинский район самый колоритный, темпераментный народ. Мы показали Аргаш Адала. Очень сильно для нас впервые мы выступали. Это конкуренс, конечно. Высочайшая народная ансамбль выступали. Бурятская народная песня, активное участие в 8-м республиканском фестивале «Ночь Йохара». Первый дебют. Роза Лыгденова. Первую ступеньку прошли. Удачно. Мы настроены на следующий фольклорный ансамбль. На победу всегда будем настраиваться после этого. Даешь Йохар ночь. Ура! Впервые на «Ночи Йохара» встретились три больших национальных коллектива. Театр «Байкал» Бурятии на правах хозяев и организаторов фестиваля принимали Государственный театр песни и танца «Амарсэнг» Агинского бурятского автономного округа и Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» Устьярдынского бурятского автономного округа. Надо 14-го приехали сюда, репетиционный момент, и вот сегодня мы принимаем участие вот «Ночь Йохара». Я думаю, что это проект очень актуальный. Два года тому назад мы с Аргашем Александровичем разговаривали на эту тему. Мы потом каждый год отодвигали. Ну, назрело время, видимо, пригласили нас, мы приехали, мы очень рады, что принимаем участие. Тем более, что мы не только агинские, усть-ордынцы приехали. Три коллектива принимаем участие, это, я считаю, вообще здорово. Мы с собой общаемся, знакомимся, это немаловажный вопрос. И тем более, что вот Хирит Булагатский, вот, можешь сказать, иркутский бурят танцует, да? А восточные буряты, немного там плавное движение. Ну и Байкал показывает нам разные танцы. Вот, тункинские, вот, как бы, тоже подвижные такие. Ну, друг другу учимся, смотрим. Ну, будем стараться, как бы, общаться дальше. Летним дождем завершился первый день фестиваля, чтобы продолжиться на следующий с еще большим размахом. Свежие ноты в традиционный танец внесли современные интерпретации. Модерновое прочтение Йохара участники оценили. В
этом году в рамках фестиваля «Ночь Йохро» мы решили сделать музыкальную часть. Это означает этнический, модерновый, современный, народный музыкальный часть. Мы на этом надеемся, чтобы каждый год это продолжался. Вот, все было как бы в рамках «Ночь Йохро», но кто знает, может быть, музыка, ночь музыка. Вот мы хотим в дальнейшем вот, развивать эту часть, да, концерта. В этом концерте будут все наши народники, наши звезды, самые лучшие музыканты. Да. Я пришел сюда, потому что я ничего не знал о бурятской культуре. Мой друг Саби сказал, что это хороший шанс, чтобы увидеть традиционные костюмы, танцы, музыку и попробовать бурятскую кухню. Вот почему мы сегодня здесь. Да, наш ансамбль впервые участвует в фестивале «Ночь Йохро». Впечатления, конечно же, самые высшие. Столько эмоций, но самое главное, столько знакомых, друзей, коллег повстречали на этом празднике. Прямо аж душа радуется. Ночь Йохро, мне кажется, не только в Бурятии есть, коли это захватывает все регионы, как практически как праздник Алтаргана, переезжать с места на место, вот это было бы хорошо. Ну, мне очень нравится здесь. Я вот первый раз попала сюда. Я до этого не попадала. Я буквально вчера прилетела и вот так сразу зарядилась, так родной землей. И мне очень. Я в восторге, в общем, от всего происходящего здесь. И я думаю, что те страны, народы, у которых есть круговые танцы, которые похожи на йохор, они тоже должны посещать наш фестиваль. И мы тоже со своим йохором тоже можем посещать такие фестивали. Поэтому мы можем выйти на такой мировой уровень. И очень надеюсь, что когда-то йохор будут называть и в Бразилии, и в Японии, и в Америке. Это будет, я думаю, что для нас это большое достижение. Да, я впервые в Бурятии, и сразу попала на такой фестиваль чудный. Ну, фантастика вообще. У меня тут родственники живут, и поэтому вот мы приехали. Обязательно захотелось чего-то национального. Это супер. Очень нравится. Это такое национальное чудо. В этом году «Ночь Йохро» объединила под открытым небом около 5000 человек. Все, кто пришел сегодня на Верхнюю Березовку, получили неизгладимые впечатления, массу общения, новые знакомства, а также прикоснулись к частичке традиционной культуры бурятского народа. Это была программа «События недели» на телеканале «Мир Бурятия». До свидания. Love Republic. Чувственные образы и женственные силуэты. Красота и соблазн. В новой коллекции платьев Love Republic. Love Republic. Люби и будь любима.